короче, монтирую видео и вижу в зеркальном изображении два голубя у меня на подоконнике чистятся, друг друга чистят, парочка, в общем, любовная, и сейчас что-то будет. Блин, хочу вам показать, но если я подойду, я их спугну. Если был бы зум, снять зумом, а так нужно подходить впритык. Секс, 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 секс. Их спугнул, извините, голубик. Короче, вот только что я снял вам секс. Голубячий секс длится около 2-3 секунд. Поэтому трудно успеть заснять. И пришлось подбежать. Секс, секс, секс. Плоть. О, держал рівно, не ворушив. Серьезная драка, как видите. Драка за территорию. Таня приїхала з Єгипту. Загорівшася гарно. І мені такого гарного слоніка привезли. Наш їсти жалко. Я цілий тиждень сидів вдома, поки ти в Єгипті була на відпочинку і монтував жесть три. Замучився, очі болять. Але один раз я катався. Катали стріт, було дуже цікаво. До нас ще Іра підбігла. Іра. Така прикольна дівчинка. Я її гладив. Вона перша почала до мене приставати. Я її гладив. Вона така, знаєш? Така прикольна. Не знаєш її? Ну, короче, я її гладив трохи так. Вона облизувала мені руку. Яка собака, я не знала, що собака. Сіра собака, тебе назвали. Бідненький слонік. Чи завжди? Навпаки, покажи, як ти. Мне немножко блога о том, как я монтирую. Вы спросите, почему так долго? Да потому что все виснет. Я покупал себе комп, копил год, целый год на комп деньги. Все равно купил 11-го года бэушный, потому что на больше насобирать не могу. И вот все виснет. Смотрите, как это монтировать. Ну вот, тупо рывками все идет. Я не могу понять, вот, где нужно быстрые переходы сделать. Я не могу их сделать просто. Все. Видите, зависает. И как мне монтировать? Я каждый раз так... Останавливаю, мне нужно просто рендерить, сохранять, смотреть, опять переделывать, опять сохранять, смотреть. И так фильм часовой, просто 4 терабайта видео, это, блин, не знаю, 100 тысяч файлов, там, наверное, видеофайл. Короче, полный бред, так что не обижайтесь на меня, потому что долго монтирую. На самом деле, я монтирую очень быстро, по 10 часов в день бывает, иногда сижу, но... Прикол в том, что вистит. Ну, смотрите, что это такое, ну, что это такое вот? Ну как мне вот смонтировать? Каждый раз нажимаю пробел, и оно не прогружается. Вот, зависает. И в такие моменты я иду в контакт и сижу на несколько минут. Это быстро развисло, потому что короткий профайл. Обычно там, где длинные профайлы у кого, это капец, на 5 минут бывает зависает этот кружечек. Короче, крутится этот кружок. Я иду в контакт и отписываю всем там или в YouTube. И так постоянно. 2 минуты смонтировал, или один раз даже бывает, несколько секунд нажал пробел, все зависло, и пошел сидеть на 5 минут в интернет. Короче, пока развиснет. Вот такой вот монтаж. То, что можно сделать реально за месяц-полтора, делаю уже 5 месяцев. Вот деньги экономят не то, что время, а жизнь экономит, наверное. Ну что, ну смотрите, вот виснет и все. И как мне узнать, нужно ли здесь замедление, попадает ли оно под музыку? Да никак. Одно мучение. Но это еще норм по сравнению с тем компом, который у меня был. Это там вообще, я не знаю. Поэтому я вот смотрю видео, я смотрю, там музыка не попадает. Я сидел над некоторыми моментами, я в жесть 2 там сидел, не знаю. Блин, просто по несколько часов, чтобы попасть под музыку в одном моменте. А в итоге получалось, что я смотрю через несколько лет вот сейчас видео, там все равно не под музыку.
Ну вот, прогрузила. И вот рывками. Зачем мне рывками? Мне нужно нормально видеть, что я монтирую. Вот и как смонтировать. И сидишь над одним видео, что можно сделать за 2 часа, неделю. Бесит просто ужасно. Уже 4 терабайта видео у меня заполнено. Я покупал этот комп с 1 терабайтом, потом я купил терабайтом. Потом я еще докупил один Винчестер. Потом еще куплял один, потому что... блин, почему не обрезает? Короче, потом сделаю. В общем, нужно было все жести скинуть мне, естественно, на комп. И, естественно, я покупал Винчестер, и моего материала может на 1,5 терабайта, но всех остальных там еще на 1 терабайт минимум, и всяких крэшей из Москвы. В общем, я забил все 4 терабайта, и еще нужно было, купив дополнительный Винчестер. Не хотел его покупать, но нужно было по-любому купить, и для меня тоже. Сэкономив на велосипеде, купил деньги, потратил на Винчестер, но потом я подумал, так, а если вдруг все пропадет, нужно еще один купить, чтобы хранить запасную информацию на всякий случай, точнее, ту же информацию, что есть на запасном Винчестере. И купил, вот вы спрашиваете, почему я на порванном седле катаюсь, и педали у меня брещат, да потому что мне нужно было купить Винчестер за 3000 гривен, это больше 100 баксов, чтобы хранить еще это все в резерве. Поэтому вот все вкладываю в этот фильм. Пора худать, ребята. И все, что есть плохое, выбрасываю. Больше не покупать. Дети, смешно. Пробую крекер клевать. Бедненький. Бедосечка, бедненький. Не можешь клюнуть, он же тверденький. Бедненький. Оу. Король крекера, зато топчется по нему. Получилось, да? Не получается, да? Не получается, не виходить. Але ти все рівно клюєш, ти не здаєшся, ти такий, як я. Твій характер такий класний. Я тебе люблю, голод. На. Хлібчик. Покормлю! Голод, покормлю! Надо пісню записати якусь таку. Я преодолеть в следующий раз. Короче, было что? У меня печальная новость, друзья. В общем, машинка стиральная поломалась. Это значит, что деньги с подвеса я потрачу на стиральную машинку, потому что постоянно падаю, грязная одежда. Кукуруза. Попробуй. Тильки. Одна единственная проблема я. Здесь у меня проблемка немножко. Это немножко разваливается. Самый маленький герочек из банки для тебя случай. Малюсенький. Маленький. Да. Малюсенький. Давай ешь я. Даже маленький. Кукуруза, кстати, Таня. Езди, дуже подобается. Ой. Масло налив. Ой, случайно. Короче, кукуруза, я дуже люблю кукурузу, і Таня любить. І рекомендую для тих, хто живе в Рівному, є кукуруза Новус. Є промо-марка, вона не вкусна, і вона стоїть на гривню дешевше. Доплачуєте 1 гривню і берете саму дешевшу кукурузу, яка є в Рівному, і саму смачну. Хто є в Бондюель, це те саме на вкус, така сама сочна і така сама солодка, але не така... Якась та, ну як Бондюель, вона засильна солодка. Бондюель якась більш хімічна. Не хімічна, так, так. Да, да. А це як натуральний, вона стоїть 2 рази дешевше, навіть чуть більше, ніж Бондюель. Коротше, 14 гривень тільки що взяли. Дуже. Фасоль. Далі. Цибуля. Далі ананас. Ти може встанеш, чи ти важко? Ладно, сиди. Тож і так нормально. Видалось? Так. Да. Кукуруза. Далі. Вкусно? Да, класно у нас. Яблочко. Все класно? Да, все. Давай, яйца. Варені яйця.
Салат готов. Дальше заправляете по своему вкусу. Вообще нужен майонез, но я не майонез. Таня будет с майонезом, я буду без. Очень вкусный салат. К нему не нужно ни гречки, ни рис, потому что здесь есть и белок, и все есть. Зажми миссия. Еще тут черный залышился. И там черненький. Выбачь, Степана. Мистер. И тут. Так. Капец. Яга, да? Так, что нет, так. Пускай, надо родич. Это родич? Родич уже там приют. Потроху. Все. Миссия выполнена. Особливо вечеря, потому что Таня мне подарвала тарелку. Класно будет. Вона тобі подобається. Вона рожева. Це мій улюблений колір, і вона вписується інтер'єр моєї кімнати. Така класна, да? Що в мене є? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я буду так їсти. Краям. Да, і мазати не хочу. Тут буду їсти. Все? Це ж багато. Я собі налью. Це ж мало. Не люблю таку велику дирку. Вибач, я хотів маленьку зробити, це случайно. Що ти скажеш мені, бутерброд жирненький? Скажи мені щось. Сир ти мене любиш? Да, я люблю тебе, Міша, так як ти мене сильно трогать, жмякать, жимать, ти такий апетитний, жирненький. Що ти зробив з бутербродом? Що, давно не пить? Да. Просто в мене рука, бачка, широка. Привик обхватувати щось широке. Меня бесит мои педали, бесит, бесит. Какая зажила дыра здесь? Сегодня установил здесь две штуки. И гладу. Ну, ты знаешь? Такая прикольная. Не знаешь ее? Ну, короче, я и гладу трохи так. Наблизывала мне руку. Такая собака, я не знала, что собака. Сверх собака, это бы назвали. Бідненький слоник. Чи завжди? Навпаки, покажи, як ти. У мене немножко блога о том, як я монтирую. Ви спросите, чому так довго? Да потому що все виснет. Я покупав собі комп, копив год, цілий год на комп деньги, все равно купив 11-го года бушний, потому що на більше не собирати не можу. І от все виснет, смотрите, як це монтирується. Ну от, топориками все йде, я не можу зрозуміти, от, де потрібно швидкі переходи зробити, я не можу їх зробити просто все. Видите, зависает. И как мне монтировать? Я каждый раз так останавливаю. Мне нужно просто рендерить, сохранять, смотреть, опять переделывать, опять сохранять, смотреть. И так фильм часовой, просто 4 терабайта видео. Это, блин, не знаю, 100 тысяч файлов там, наверное, видеофайлов. Короче, полный бред, так что не обижайтесь на меня, потому что долго монтирую. На самом деле, я монтирую очень быстро, по 10 часов в день бывает, иногда сижу, но... Прикол в том, что вистит... Ну смотрите, что это такое? Ну что это такое вот? Ну как мне вот смонтировать? Каждый раз нажимаю пробел, и оно не прогружается. Вот, зависает. И в такие моменты я иду в контакт и сижу на несколько минут. Это быстро развисло, потому что короткий профайл. Обычно там, где длинные профайлы у кого это капец, на 5 минут бывает зависает этот кружечек. Короче, крутится этот кружок, я иду в контакт и отписываю всем там или в YouTube. И так постоянно. 2 минуты смонтировал, или один раз даже бывает, несколько секунд нажал пробел, все зависло, и пошел сидеть на 5 минут в интернет. Короче, пока развиснет. Вот такой вот монтаж. То, что можно сделать реально за месяц-полтора, делаю уже 5 месяцев. Вот деньги экономят не то, что время, а жизнь экономит, наверное. Ну что, не, ну смотрите, вот виснет и все. И как мне узнать, нужно ли здесь замедление, попадает ли оно под музыку? Да никак. Одно мучение. Но это еще норм по сравнению с тем компом, который у меня был. Это там вообще, я не знаю. Поэтому я вот смотрю видео, я смотрю, там музыка не попадает. Я сидел над некоторыми моментами, я в 6-2 там сидел, не знаю. Блин, просто по несколько часов, чтобы попасть... под музыку в одном моменте, а в итоге получалось, что я смотрю через несколько лет вот сейчас видео, там все равно не под музыку. Ну вот, прогрузило.
И вот рывками. Зачем мне рывками? Мне нужно нормально видеть, что я монтирую. Вот и как смонтировать? И сидишь над одним видео, что можно сделать за 2 часа, неделю. Бесит просто ужасно. Уже 4 терабайта видео у меня заполнено. Я покупал этот комп с 1 терабайтом, потом я купил терабайтом. Потом я еще докупил 1 Винчестер. И потом еще куплял 1, потому что... блин, почему не обрезает? Короче, потом сделаю. В общем, нужно было... все жести скинуть мне, естественно, на комп. И, естественно, я покупал Винчестер, и моего материала может на 1,5 терабайта, но всех остальных там еще на 1 терабайт минимум, и всяких крэшей из Москвы. В общем, я забил все 4 терабайта, и еще нужно было, купив дополнительный Винчестер. Не хотел его покупать, но нужно было по-любому купить, и для меня тоже. Сэкономил на велосипеде, купил деньги, потратил на Винчестер, но потом я подумал, так, а если вдруг все пропадет, нужно еще один купить, чтобы хранить запасную информацию на всякий случай, точнее, ту же информацию, что есть на запасном Винчестере, и купил, вот вы спрашиваете, почему я на порванном седле катаюсь, и педали у меня брещат, да потому что мне нужно было купить Винчестер за 3000 гривен, это больше 100 баксов, чтобы хранить еще это все, в резерве. Поэтому вот все вкладываю в этот фильм. Пора худать, ребята. И все, что есть плохое, выбрасываю. Больше не покупать. Если нужно. Пробуй крекер клевать. Бедненький. Бедосечка, бедненький. Не можешь клюнуть, он же тверденький. Бедненький. Оу. Король крекера, зато топчется по нему. Получилось, да? Не получается, да? Не получается, не выходит. Але ты все равно клюешь, ты не сдаешься. Ты такий, как я. Твой характер такий классный. Я тебя люблю, Галя. На. Хлібчик. Покормлю! Галю, покормлю! Надо песню записать какую-то такую. Смех я преодолеть в следующий раз. Короче, было, что... У меня печальная новость, друзья. В общем, машинка стиральная поломалась. Это значит, что деньги с подвеса я потрачу на стиральную машинку, потому что постоянно падаю, грязная одежда. Кукуруза. Тильки. Короче, монтирую видео и вижу в зеркальном изображении 2 голубя у меня на подоконнике. Чистятся. Друг друга чистят. Парочка, в общем, любовная. И сейчас что-то будет. Блин, хочу вам показать, но если я подойду, я их спугну. Если был бы зум, снять зумом, а так нужно подходить впритык. Секс. Я их спугнул. Извините, голубик. Короче, вот только что я снял вам секс. Голубячий секс длится около 2-3 секунд. Поэтому трудно успеть заснять. И пришлось подбежать. Секс. Палець. О, держав рівно, не ворушив. Серйозна драка, як видите. Драка за територію. Таня приїхала з Єгипту. Загорівшася гарно. І мені такого гарного слоніка привезли. Наш їсти жалко.
Я цілий тиждень сидів вдома, поки ти в Єгипті була на відпочинку і монтував жестри. Замучився, очі болять. Але один раз я катався. Катали стріт, було дуже цікаво. До нас ще Іра підбігла. Іра. Така прикольна дівчинка. Я її гладив. Вона перша почала до мене приставати. Одна єдина проблема є. Здесь у мене проблемка немножко. Немножко розвалювалося. Самий маленький гірочок з банки для тебе залишу. Малюсенький. Маленький. Який прикольний. Ну, давай, їж його. Дуже маленький. Кукуруза, кстати, Таня. Їй дуже подобається. Ой. Масло налив. Ой, случайно. Коротше, кукуруза, я дуже люблю кукурузу, і Таня любить. І рекомендую для тих, хто живе в Рівному, є кукуруза Novus. Є промо-марка, вона не вкусна, і вона стоїть на гривню дешевше. Доплачуєте 1 гривню і берете саму дешевшу кукурузу, яка є в Рівному, і саму смачну. Хто їв бондюель, це те саме на вкус, така сама сочна і така сама солодка, але не така... Якась та, ну як бондюель, вона засильна солодка. Бондюель якась більш нехімічна. Нехімічна, так, так. Да. А це як натуральний, вона стоїть 2 рази дешевше, навіть чуть більше, ніж бондюель. Коротше, 14 гривень тільки що взяли. Дуже. Фасоль. Далі. Цибуля. Далі ананас. Ти може встанеш, чи ти важко? Ладно, сиди. Тож і так нормально. Видно? Да. Кукуруза. Далі. Пусто? Так, да, класно на нас. Яблучко. Все класно? Так, да, все. Давай, яйця. Варені яйця. Салат готов. Далі заправляєте по своєму вкусу. Взагалі потрібен майонез, але я не є майонез. Таня буде з майонезом, я буду без. Дуже вкусний салат. К нему не потрібно ні гречки, ні рис, тому що тут є і білок, і все є. Важна місія. Ще тут чорний залишився. Вибачте. І там чорний кінь. Вибачте, пане. Це не зібрати. Містер.